Острикова. Ярмарка памяти. 400% подлости. Часть 13. Любовь всемогущая, а пути ее неисповедимы. С одинаковой силой она подчиняет себе и будущую королеву, и неграмотного деревенского мальчика, волею небес, влюбившихся в одного и того же человека. А юнги все любят. И он тоже всех любит, но как-то по-другому, как можно любить родителей или сестер. Сильно, преданно, спокойно. Он не бросает на ветер ненужных признаний, но ежечасно доказывает свою любовь делами. И все же это не то. Любил ли он кого-нибудь так же отчаянно и страстно, как Тэхён любит Чунгука? Как принцесса любила его самого? И он и на этот вопрос у Тэхёна нет ответа. А Чин Сун находит еще один вопрос, на который тоже ответить не так-то просто. Внимательно выслушав рассказ Тэхёна о мастерской, Чин Сун не спрашивает ни о любви, ни о планах Юнги на личную жизнь. Она спрашивает. Он счастлив. И Тэхён теряется. Мнется, отворачивается к столу, теребит попавшийся под руку кожаный переплет книги. «Я не знаю. Ему тяжело», было еще тяжелее, сейчас уже не так, но все же тяжело. Он работает наравне со всеми, а на нем еще и ответственность. Не знаю, счастлив ли он, но не думаю, что он представляет свою жизнь какой-то другой. Значит, конфликт с Намджуном ему не нужен. Чинсун будто давится именем гиены и выплевывает его через силу, но в остальном ее спокойствие даже пугает. Что ж, он прекрасно понимает, что она хочет услышать, и он рад, что их желания совпадают. Не нужен. Как минимум, ему придется искать иные пути избыта. Здесь, судя по всему, мимо гиены и муха не пролетит. Если Юнгии вывернется, то это станет ему очень дорого. Нашелся второй человек тот, который на самом деле первый, а может, и единственный тот, под прикрытием которого у Тихёна есть шанс вырваться из цепких когтей с шантажа. А в изобретательности ему не откажешь. Да, по мрачной улыбке Чен Сун понятно, что речь идет как раз о шантажисте. Ладно. По крайней мере, теперь я знаю, ради чего буду его терпеть. Тихён со вздохом облегчения отступает на пару шагов, оставляя принцессу почти наедине с ее юнги. Все разрешается благополучно. Чинсун не выйдет замуж ни за толстяка, ни за плешивого вояку, ни за жесткого рабовладельца. Ее будущий муж молод и красив, а с его подлостью и безразличием ее примирит вера в то, что она будет страдать за любовь. Не слишком счастливое будущее, но и не самое плохое. Особенно если учесть, что у Тэхёна с Чонгуком в этом случае тоже появляется надежда. А Юнги умен. Вот, значит, почему он ушел в деревню. Сообразил, что в городе его убьют и ушел. Мысли разбегаются. Какие еще открытия ждут сегодня Тэхёна? Случилось и так слишком много, но это явно не конец. Тэхён чувствует, все только начинается. Он словно в дурмане листает огромную книгу на столе Намджуна и в какой-то момент осознает, что именно видит. Эта книга не заполнена даже на четверть. Первые записи датируются лишь прошлой осенью. Но Тыхен, не стесняясь, обследует стол и находит ее предшественницу. Толстенный, тяжеленный, от корки до корки исписанный том в потертом коричневом переплете. Каждая сделка оформлена аккуратно и подробно купил, когда у кого за сколько, продал, когда кому за сколько, прибыль, Сумма проценты. Часто между первой и второй строчками вписаны расходы на ремонт, перевозку, временное хранение или содержание. Гиена со своим лучшим в городе вином не появляется достаточно долго для того, чтобы понять. Тыхеный и Чинсун никто не собирался угощать, их специально оставили в комнате вдвоем, чтобы они могли обсудить свое положение и сделать выбор. Стервятники не сомневаются, что выбор будет верным, и не будут им мешать. И в то время, как Чин Сун молча прощается со своей несбывшейся мечтой, воодушевленный идеальным состоянием записей, Тихен листает время назад, в ноябрь, указанный в расписке. Он был одним из двадцати трех рабов, купленных оптом у человека по имени Гисон, имя Тэхену незнакомо. За всю партию нам Джон уплатил аж тысячу тридцать монет, вероятно, не сторговавшись на тысячи. За одного же раба получилось около сорока пяти. Деньги совершенно смехотворные, но, прочитав дальнейшие записи, Тэхен понял причину. Они были обузой для владельца или владельцев. 23 человека, все мужского пола, он 16, еще двое 17 лет, остальные намного старше: 48, 53, 61. Почти старики и почти дети, не выдержавшие рабского труда. Состояние всей партии определено нам Джоном как очень плохо: Надо отдать гиене должное. Прежде чем продать она приняла некоторые меры по приведению товара в порядок. Вряд ли из исключительно гуманных побуждений. И ясное дело, не лично. Но Намджун почти месяц лечил и откармливал рабов, потратив на еду и лекаря, конечно же, не Джина, а какого-то другого, немалые деньги. И под конец даже расщедрился на 22 рубахи. На этом месте Тихен решил, что кто-то из невольников умер, но оказался неправ. Все расходы, включая закупочные, Намджун честно разделил на 23, получив при этом среднюю сумму, которой ему обошелся один человек, чуть меньше 200 монет. Далее следовал отчет о продаже. Юнги когда-то говорил, что Намджун избавился от конкурентов, работая на количество и не пытаясь выжать из каждой сделки непомерную прибыль. Хотя себя, конечно же, не обижал. Теперь Тихюна увидела этому подтверждение. Все двадцать три невольника были распроданы в розницу всего за два дня, что свидетельствовало об умеренности цен. 16 человек в первый день, остальные семь во второй. Вложения, конечно же, окупились. Даже последний из рабов, одноглазый дядька 53 лет в состоянии удовлетворительно, был продан за 250 монет – Принеся таким образом прибыль в 25%. Остальные рабы на момент продажи имелись в состоянии относительно хорошо или просто хорошо. И ушли по 300 и больше самый дорогой, хромой пацан 17 лет. Отличные, хороший увечный хром-прн 390-95%. Но это если не считать самую первую из семи вторых строчек. Тихен, 16. Непригоден, 1400%. Вместо имени покупателя освобождение расписка. А 400% обведены в аккуратный жирненький кружочек. За разгромную победу хитрости и подлости над жалостью и благородством. Тихен был единственным, кого удалось не подлечить, не откормить. Спустя месяц он стал абсолютно непригодным к труду. Тем не менее, гиена ухитрилась нажиться и на нем. Двадцать два, пусть не совсем здоровых, но трудоспособных мужика в новых рубахах и рядом больной ребенок в лохмотьях. И мужики выглядели лучше, и Чунгук из жалости выложил все, что у него было и даже не было. Увидел тебя в кандалах, да так жалко стало жуть. Ты стоял такой несчастный, — вспоминает Тихен слова Чунгука. Теперь понятно, почему Акробата раздражал вопрос о деньгах. За еле живого и не стоившего даже монет от Ихона Гиена ух... ухитрилась содрать с него столько же, сколько могли стоить два здоровых юноши. Чингуку было просто стыдно, что он не смог противостоять такому разнузданному скотству. А нам Джун — редкостная скотина. Еще из... издевался. Он очень изменился, и я и подумать не мог, что увижу его таким веселым. Забыть о таком приятном знакомстве было ну никак невозможно. Хм, — Ясное дело, невозможно. Четыреста процентов за мертвеца. В тупом бешенстве Тэхён листает книгу еще. Сначала немного назад, потом вперед. Не вчитывается в детали, смотрит только на проценты прибыли. — Ну точно. В основном в пределах 50, реже 60, 70, иногда 80, несколько раз даже больше 100, 105, 112, 110. Следующая медалька на этот раз числом 420 внутри появляется в книге через 3 с лишним месяца, в самом начале марта. За 5200 монет Нам Джон втюхал бедолаги по имени Бомсу, захудалую мастерскую выкупленную в тот же день у кого-то, кто даже не удостоился упоминания имени, помеченный лишь презрительным болван. За мастерскую болван получил тысячу. Описание подробностями не забелывало. Гончарная улица, 2, от Ярм. Чинцум никак не может насмотреться на двух немного разных нарисованных юнги, а Тэхюн листает дальше. Записи все так же аккуратны, и легко прослеживается рост объемов торговли. Сделки становятся крупнее. Большинство из них совершает уже не сама гиена, а специально нанятые постоянные люди, вроде того жердяя, что приезжал за керамикой в деревню. Кстати, эту керамику Тэхён тоже находит и очень удивляется тому, что прибыль Намджуна на всех сделках с Юнги не превосходит 30%. В сентябрьских записях Через полгода после второго Тайон замечает третий кружочек. В нем 450 процентов на перепродаже жилого дома господину Сухо. И... Ха! Похоже, я оказался прав. Что? В дверях стоит Джин и крутит в, в руках свой блестящий плащ, словно размышляет, надеть или не надеть. Да, мы с нам Джуном немного поспорили. Я предположил, что вы все еще заинтересованы в этих записях, а наш хозяин изволил сомневаться и проиграл. Перевод. Я отлично знаю, что ты все еще ничего не помнишь. Но этот Ихин уже давно понял, и слова лекаря, словно провозглашающие одну и ту же истину, кажутся обыкновенным издевательством. Тихион вцепляется в край стола, потому что его вдруг посещает нехорошая мысль исправить расположение частей на красивом лице лекаря путем рукоприкладства. Он слышит язвительные слова «Чэн Сун. Предмет спора ее, слава богу, не интересует. Зато факт проигрыша гиены выводит из оцепенения. «Очень надеюсь, что вы спорили не на стакан водки, а на что-то более существенное». Лекарь ехидненько улыбается. «Девочка моя, я поражаюсь вашей проницательности. Отнять сейчас стакан водки у уважаемого нам Джона я бы не осмелился. Тем более вы же знаете мои отношения с арифметикой. У меня на все одна цена и одна ставка. Кстати, о приятном. Скоро начнется фейерверк. Полагаю, нам пора вернуться во дворец. А вы-то не сочтите за труд сообщить об этом хозяину. А также о том, что он должен мне тысячу монет. Отчего же будучи король не пойдет с нами? спрашивает Ченсон и не может удержаться от издевки. Или он чересчур увлекся, отмечая победу? Джин не заклинатель, а сама змея. Радостным шипением подтверждает. Дорогая моя, и вы еще смеете сомневаться в собственном здравомыслии? Идемте же скорее, ваш отец. Хорошо, Джин, я готова. Резко обрывает его Ченсон. Только раз уж мы сейчас разойдемся, то позвольте мне попросить вас обоих об услуге. Если завтра утром я проснусь не в своей памяти, то вы двое убедите меня в том, что я любила этого негодяя. Обещаете? Думаю, я вам поверю. Хоть до свадьбы побуду счастливой. И пусть спрячет эти картины куда подальше. Бросив прощальный взгляд на Юнги, она больше не оборачивается и направляется в сторону двери, столь решительно, что гасит на своем пути несколько свечей. — Уверяю вас, вы ничего, — начинает Джин, но Чен Сун уже выталкивает его из кабинета. Хлопает дверь, гаснут еще свечи. Тэхен остается в логове зверя. Желание немедленно сбежать проходит спустя минуту-другую размышлений. Найти Чен он все равно не сможет. Джин о дворце и никому из них сейчас не угрожает. А Чинсун своим явным согласием выйти замуж за гиену дала некоторую иллюзию безопасности. Понятно, что временную, но Тэхёну много и не нужно. Нам Джун сам поставил его на одну доску с Юнги, и пока не будет подписано брачное соглашение, резких движений делать не стоит. А за эти дни Тэхён успеет и подрисовать хоть десяток мертвецов, куда там королю нужно, не получить причитающиеся ему деньги и вместе с Чунгуком убраться из города. После сегодняшних восторгов король не поскупится, и им точно хватит на все. На покрытие долга, на повозку с лошадью и даже на первое время, пока они не найдут себе спокойное место и не начнут честно зарабатывать на жизнь. В доме стоит гробовая тишина. Тэхён находит Намджуна в кухне, явно не предназначенной для приема гостей. Но здесь тоже чисто, хотя и стоит тяжелый винный дух. Намджун сидит за столом, сложив голову на руки, а в стекло лампы бьется крупный мотылек. Глупое, одинокое создание, обреченное на скорую смерть. Чего ожидать от пьяного торговца Тэхён не знает. Но когда при появлении гостя Намджун встает то не кажется ни высоким, ни грозным. Как и любой датый мужик, он слегка покачивается и пытается поймать глазами нечто убегающее от его взора. А судя по тому, что нечто не просто убегает, а разбегается в разные стороны, уводя за собой глаза Намджуна, во славу собственной подлости гиена надралась от всей своей мерзопакостной души. Звук пощечины разлетается по дому, Дернул головой, но, ухитрившись не потерять равновесие, Намджун собирает непослушные глаза в положение, более-менее близкое к обыкновенному. — Это за все? — глухо спрашивает он, оседает а обратно на табурет. Морщица запоздала и как-то кисло, Скорее, не от боли или оскорбления, а разочарована, словно ожидал не оплеухи, а удара мечом. он усаживается за стол напротив гиены. Теперь их лица разделяет графин с водкой и слишком маленькое для врагов расстояние. А — Вы, скотина, трусы, проиграли Джину тысячу монет. — Чё же сразу трус? Э, — Не трус. — То есть скотина и проигрыш вас не смущают? — Какой проигрыш? Если ты еще не понял, то я умею вкладывать деньги. За какую-то тыщенку я узнал, что кувшин твоей памяти пуст, как этот. Нам Джун тычет пальцем в графин. Но заметишь, что в нем еще немало осталось, светлеет лицом. А палец направляет в сторону печи, где сиротливо притнулся точно такой же графин, но уже расставшийся со своим содержимым. Нет, как вон тот. Интересно, вспомнит ли завтра будущий король что получил по физиономии от какого-то художника. Может, для верности треснуть его графином? Чем же ценно это знание? он все-таки отдергивает руку, потянувшуюся к печи. Он не привык решать проблемы таким варварским способом, но тут же об этом жалеет. Тем, что ты один, — радостно выдает Гиена и сопровождает свое заявление нагломыкающим смехом. От этих слов Тихона коробит — очень хочется сказать, что это неправда, что у него есть Чунгук, и сволочь Намджун прекрасно об этом знает. Но тогда придется оскорбить имя своего любимого упоминанием в пьяном споре. А это категорически невозможно, поэтому Тихион только огрызается. «По-вашему, у меня должно сопровождать целое войско?» — грохает табуретка. Намджун подскакивает вместе с ней. «Войско!» — Какое войско? Ты меня что, об...» Расплывшееся лицо вдруг заостряется и сереет. Взгляд становится колючим и напуганным, теряет мутную ословелость. — Нет, не так пьян меня не обманешь и даже не пытайся. — Да где уж мне, убогому, — примирительно ехидничает Ихён. Минутный страх противника напоминает ему о первой встрече с красным драконом. То, что случилось на обеде у короля. Они с Намджуном словно на время меняются местами. Тыхен больше не чувствует себя беспомощной жертвой шантажиста. Напротив, ему кажется, что он имеет над Намджуном какую-то непонятную власть. И шантаж это всего лишь способ от нее избавиться. Тыхен не знает, в чем его сила. Не понимает или просто не помнит. Но очевидно что их с Намджуном борьба за освобождение взаимна. И у Намджуна толком не получается это скрыть, даже в трезвом виде. Что уж говорить о нетрезвом. Конечно же, он не пытается оправдать своего врага, но уверенности заметно пребывает. «Зачем вы так, Чансун? Она уже смирилась, забыла. Зачем вы ей напомнили? Вам же с ней жить, а вы сами подложили в вашу постель третьего. Хм, много ты понимаешь, дорогой х -х художник. Резкий поворот беседы не смущает пьяного дракона. Собрав в разбегающихся глазах всю мудренность мудростью мудрых, он разражается получительной речью. Любовь — это зло. Она делает из людей глупых овец-баранов. Знай, Легче всего управлять женщиной влюбленной. Хотя тебе это вряд ли пригодится. Нам Джун умолкает с довольным видом победителя. Ему кажется, что этот маленький бой он выиграл. Но осведомленность гиены уже не является для Тихена чем-то неожиданным и новым. Ровно как и подлость. То есть... Каждый раз, как вам будет от нее что-нибудь нужно, вы будете угрожать ей расправы с Юнги? Ага. Суик, ты естественно облегчает взаимопонимание. Понимание, ты уставился, скотина я или нет. Овладеть глазами в степени, достаточной для испепеления взглядом, у нам Джуна не выходит. Зато его дыхание буквально сбивает с ног. От жара и запаха можно упасть замертво. Да он морщится, но терпит молча и уверенно смотрит в ответ. Огнедышащая тварь сопит, раскаляется злостью и, словно оживший вулкан из клокочущих глубин души, извергает словесный поток, перед которым бессильны даже вызванные питьем преграды. Ни разу не запнуться и не икнуть в его состоянии уже подвиг, но нам Джону хитреется еще и четко сформулировать мысль. «Пойми, кто-то должен вытащить эту страну из нищеты, избавить от преступности и рабства, прекратить бессмысленные войны. Я знаю, как это сделать, и сделаю. И ты мне не помешаешь. И никакая чертова любовь мне тоже не помешает. Дракон заканчивает свою речь таким медвежьим ударом кулака по столу, что графин с водкой подскакивает, и Тихон только чудом успевает его поймать. Он никогда раньше не пил водки, но сейчас прикладывается прямо к горлышку и обжигает себе рот крепким пойлом. С другой стороны к графину уже тянется лапа Намджуна. Но Тэхён, увернувшись, успевает сделать еще один огненный глоток. Сбодренный таким жестким способом рассудок тут же подсказывает следующий шаг. Прямо через стол Тэхён запускает руку Намджуну за пазуху и, не встречая ни малейшего сопротивления, достают оттуда два немного помятых рисунка. Эти маленькие портреты нравились Тихену больше остальных. Из целой кипы набросков Намджун безошибочно выбрал именно те, на которых принцесса получилась настоящей. Что утрезало на уме? Боже, вы еще и идиот! Почему вы ей просто не скажете? Она мне поверит. Издеваешься. Всех особ королевской крови с детства учат не доверять разным проходимцам, скотам и клоунам. Или эта мысль тоже вытекла из твоего дырявого кувшина. Джон выхватывает от Ихена графин и, словно умирающий от жажды, заливает в себя всю оставшуюся водку. Любовь — тупик. Удел глупцов — безумие и одержимость. Пьяный крик эхом отражается от каменных стен, и Намджун ловит его с наслаждением, будто это не он убеждает себя сам, а сотни голосов, верно его нового Величества, провозглашают его новый закон жизни, непреложный и всеобщий и затмевающий великим смыслом честь, порядочность и благородство. Умолкнув, он долго изучает опустевший графин, а потом все-таки открывает и истинную причину такого самозабвенного законотворчества, а заодно и выносит себе приговор. Я знаю, Юнги, я ему не конкурент. Скверно вышло. Тихон отрешенно наблюдает, как тело крепкого мужчины сдается на милость зелью. Намджун роняет оттяжелевшую голову, нажатую в кулак руку. Но кулак разжимается и и голова с глухим звуком бьется о стол. Стол предназначен для приготовления пищи и испещрен порезами и царапинами. Но, как и все вокруг, тщательно выскоблен и вымот. Весь дом гиены — оплот основательности и порядка. Сейчас Тихону кажется, что если кому и под силу справиться с бременем главы государства, так это ему. Жаль, что его средства завоевания власти — мягко говоря, бесчестный. Но Тэхён готов его понять. Простить вряд ли, ведь под ударом оказались два лучших человека на свете, Юнги и Чунгук. Но понять готов. Намджун Джун вожделеет не одного только трона. Так же, как Тэхёну нужен Чунгук, Намджуну нужна принцесса. Он просто потерял голову. Боялся, что отец убедит Чинсун выбрать другого, не вынес неизвестности и хватил через край. Тихон хочет думать, что на месте Намджуна поступил бы по-другому, но абсолютной уверенности у него нет. Ведь он из-за Чунгука становится глупым бараном и лишь задним умом понимает, насколько глупым. Намджун тоже сделал глупость и напился отнюдь не от радости, а от страха. Он испугался того, что натворил, и согласен быть последним подлецом только бы не признавать, что одержим и безумен, то есть влюблен. Вымотанная переживаниями гиена, наконец, погружается в забытие, хотя назвать его блаженным было бы неверно. Демона достают нам Джуна и во сне, вынуждая то раз тридцать подряд повторить имя принцессы, то стонать и неуклюже биться лбом о кухонный стол. Тихон дважды выходит на улицу. Но все же возвращается обратно. В первый раз он наблюдает, как праздник растворяется в загустившейся тьме, и пьяные мужчины и женщины, вяло перебирая ногами, бредут в направлении бедных кварталов. Во второй раз Тихена на улице встречает одинокий занимающийся рассвет, а из хозяйственной постройки во дворе слышатся сонные фырканье лошади. Большой холеный пес. С умными глазами провожает Тихена до улицы и потом обратно к дому. Не лает, не рычит, без толку не виляет хвостом, просто спокойно идет рядом, словно выполняя обязанности спящего хозяина. В доме гиены нет ни запретных комнат, ни таинственных чуланов. Все открыто, везде порядок, а две спальни, похожи, словно близнецы. Несмотря на то, что одна из них. Принадлежит нам Джону, а вторая прислуги. Запасы еды невеликие, обыкновенны, Вина тоже не так уж и много, и Тэхён сильно сомневается, что здесь есть то самое обещанное лучшее в городе. Хозяин явно в еде непривередлив, как и во всем остальном. Попади Тэхён в этот дом раньше, ни за что бы не поверил, что живущий здесь человек обожает яркие тряпки и мечтает оседлать трон. Впрочем, любовь к необычным нарядам могла быть всего лишь стремлением обратить на себя внимание принцессы. Проверив, как чувствует себя злостная пьяница, Тэхён до конца изучает великую книгу обманов и находит в ней четвертый кружочек с немыслимыми процентами. Да, таких кружочков всего четыре. Первый Освобождение Тихена 400% Второй ремесленная мастерская 420, куплена за 1000 у безымянного болвана, продана за 5200 бомсу. Третий дом 450 куплен за 1000, продан за 5,5% сухо. Вместо имени продавца и емкая глупец. Четвертый кружок удивил Тихена больше остальных. 400% но между покупкой и продажей целых девять дней. Необычный для сделок нам Джона срок. Особенно если учесть, что состояние товара при покупке обозначено как отличное. Товар живой, Хасок, тридцать от атл грамм. Продан некому юнгуку за пять тысяч. Куплен за тысячу. У черт бы побрала этого кретина. Спрашивается с какой целью держал у себя отличный товар целых девять дней. Но и это еще не самое странное. Самые странные даты. Последняя сделка случилась прошлым летом, в августе. А если точнее, то Намджун купил невольника примерно тогда, когда колдун привел Тихёна к Юнги. А продал точно в тот день, с которого Тихён начал отчет своей новой жизни. И если сначала Тэхёну казалось, что кружочки лишь метки самых удачных сделок, то это совпадение рождает у него в голове неприятно свербящую мысль, будто не только первая, а и остальные три сделки как-то связаны лично с ним. Тэхён настолько озадачивается вопросом, что пробует разбудить нам Джона и потребовать объяснений, надеясь, что этот факт впоследствии будет нам Джоном забыт. Однако проснувшаяся гиена вдруг шарахается от Тихёна, как от прокаженного, и, не удержав равновесия, падает с табуретки. — Убирайтесь, сгиньте, поведете их на смерть, они за вами пойдут, но вы... Ты не воин, и я не воин. Зачем нам война? — доносится из-под стола почти бессвязная, но очень взволнованная речь. Дождавшись, пока нам Джун немного успокоится, Тихен кое-как помогает ему встать на ноги и почти на себе тащит до спальни, выслушивая по дороге обрывки обвинений в адрес нынешнего короля. Он понес не туда. Нельзя грамотных людей на рудники. Нужны школы. Я построю школы. Да мне несколько лет, я исправлю. Король делает не то. Все-таки не надо было будить лихо. Окосевший а строитель школ не соображает, кто его ведет, Куда и зачем? Спрашивать его о чем-то бесполезно. У него то ли троица в глазах, то ли он принимает Тихена за кого-то другого, возможно, за одного из своих конкурентов, рабовладельца или, скорее, вдовца генерала. Мне надо войны. Сгиньте, убирайтесь прочь. Нам Джон спотыкается и падает. К счастью, уже на свою кровать, и Тихену остается лишь перекатить его на спину достащить да сапоги. Лежачее положение действует на Намджуна усыпляюще, словоизлияние сменяется глубокими вдохами. А Тихион так и остается ни с чем. Он снова возвращается в кабинет, снова листает книгу, пытается читать между строк. Когда на улице окончательно светлеет, из спальни Намджуна раздаются довольно громкие звуки, но, прислушавшись, Тихина разбирает лишь имя Чан Сун. Словно в противовес тому дому гиены лужейка перед входом во дворец встречает на безобразным слоем мусора, а от храпа стражников можно оглохнуть. Если бы сейчас кто-нибудь задумал взять дворец приступом, то не встретил бы ни малейшего сопротивления. Тихон хочет хотя бы прикрыть за собой распахнутые настеж ворота, но у него не хватает сил створки тяжелые, а петли то ли заклинило, то ли никто не додумался смазать. Не судьба. Интересно, нам Джун бы смог, думает Тихен, пробираясь к домику и растирая на ходу занывшие от усилия руки. Уснуть сегодня тоже вряд ли получится. Слишком много мыслей требует внимания. Слишком много вопросов остается без ответа. Наемный убийца-лекарь, умный и хитрый, но так и не убивший заказанную жертву. Юнги тот самый солдат, ненавидящий само это слово. Гиена, влюбленная и всерьез пекущиеся о благополучии страны. Умывшись, Тэхён хватается за спасительную тушь. А рисование немного успокаивает. Мысли замедляют бег, на листе проступают милые сердцу черты. Выбившиеся из хвоста прядь волос, губы, которые до невозможности хочется целовать, легкий залом между бровей, что вырисовывается будто волшебством, а не рукой Тихена. Нет, никаким убийцам, лекарям Тихён не позволит даже глянуть в сторону Чунгука. Но Чунгук он будет смотреть сам. Забавно. Но один факт, связывающий самые удачные сделки гиены, тоже напоминает Тихену о лекаре, любителю тысячи монет. Наверное, понравилось бы, что именно эта сумма так или иначе фигурирует во всех сделках. И про раба, купленного за пять тысяч, Тэхён тоже слышал от Джина. Только речь тогда шла о колдуне. О, нет, что-то не то. Ведь если Хасок, тридцать, отличный грамм, есть колдун, то как он мог жить с Тэхёном у Юнги в деревне точно в те дни, когда пребывал собственностью Намджуна? Тем более тот несчастный хосок был рабом и раньше. Ведь нам Джун уже купил его у кого-то. У какого-то кретина, на которого не пожалел единственного во всей книге ругательства. Черт бы побрал этого кретина. Черт бы побрал эти загадки. Нарисованный Чунгук все сильнее хмурится. Он словно уличает Тихена в очередной глупости, а Тихену хочется увидеть улыбку и понимание. Хочется, чтобы Чунгук его обнял. Сказал свое любимое. Все будет хорошо. И еще, что Тэхен скоро все вспомнит. Ему не нужно будет придумывать ответы на вопросы. В значимости и даже существовании которых есть сомнения. Черт бы побрал эту болезнь. А что, если Чунгук прав? И Тэхен ищет то, чего не прятали. Слишком много думает. А все эти совпадения просто совпадения. Оценив пять тысяч за взрослого грамотного мужчину, говорила еще Чемин. Вот только за колдуна вряд ли кто заплатил бы пять тысяч. Что ж, Джин с его нелюбовью к арифметике мог что-то перепутать. Бывает. Но интересно, как же колдун стал невольником? Ведь в прошлом августе, когда привел тыхенок Юнги, он был свободен, и у него было ремесло. Он вполне мог заработать себе на пропитании. Зарабатывал же раньше. Почему же превратился в живой товар? Окончательно сошел с ума? Совершил какое-то преступление? Чингук на рисунке как чувствует, что Тыхьон опять думает не о том. Сердится почти злится. Да, ему не понять метание Тыхьона. Они существуют в разных мирах. Чингук никогда не поверит в то, что принцесса может быть несчастной. Чингуку не объяснишь странного чувства превосходства над Намджуном. Даже о своих снах Тэхён так и не решился ему рассказать. Побоялся, что циркач, с детства озабоченный более серьезной проблемой, выжить, сочтет его кошмары, не стоящей выеденного яйца ерундой. Подумаешь, плохо спится. Отработай представление да выпей вина, и будешь спать, как младенец. Нет, Чунгук, конечно, обнимет и успокоит, посочувствует его болезни, но не поймет. Он другой. Их любовь — мостик между двумя мирами, мостик над огромной пропастью. И Тихен бегает по этому мостику туда-сюда и не может нигде остановиться. В мире Чунгука, простом и жестоком, где еле дотягивают от урожая до урожая, Бьют, чтобы забыться, и бьют ради развлечения. Тэхён чувствует себя чужаком. Чунгук правильно сказал. Тэхён там как бельмо на глазу. Ну и со своей стороны. Что он может предложить любимому здесь, в своем мире? Снисхождение? Насмешки? Чунгук умеет за себя постоять, но не так. А здесь другие правила игры, им тоже нужно обучаться с измола как и прыжкам на подкидной доске. Как там выдала пьяная гиена? Особ королевской крови с детства учат не доверять разным проходимцам, скотам и клоунам. Закончив рисунок хмурого Чунгука, Тихен все же засыпает прямо за столом, прижавшись щекой к бумаге. Он спит совсем недолго, зато крепко. Ему не снится ничего плохого, и он еще не знает, что такое чудо случается с ним в последний раз?